Этот фильм снял Эльдар Рязанов в 1957 году на киностудии «Мосфильм». Все как обычно. Катя едет в Москву, чтобы выучиться в учебном заведении и стать артисткой. Но вместо этого попадает в круговорот разной московской работы для приезжих. В это время ее ищет такой же приезжий Паша, с которым она познакомилась в поезде. А Паша работает на стройке и живет в общежитии. А Катя жила в Москве нелегально, без прописки. В это время Москва интенсивно строилась и строили ее лемичики. Это были приезжие люди, такие как Катя или Паша, которым разрешалось жить в Москве до тех пор, пока они работают по лимиту прописки. По окончанию работы они должны были уехать из Москвы. Это лимитчики построили московский метрополитен, сталинские высотные здания и всякие московские черемушки. Точка. Но в финале этого кино Паша нашел Катю на вокзале, когда она решила покинуть Москву. Но вместо этого они вдвоем уходят в туманную даль. Наверное, в мужское общежитие для лимитчиков, где жил в это время Паша. Вот такая кинокомедия.